Приветствую всех любителей BMG. Сегодня я попытаюсь съебаться на трехколесной машинке такой от грузовичка. Ну, конечно, не от этого. На этом я просто практикую дрифт на таком хлебовозе ЗИЛ-130. И сейчас я наебнусь. И тогда уже перейду, так сказать, к активным действиям. Ну, давай. Вот. Вот так вот. Ой, бля. Все красным-красно у него. Внизу. Только еще противогаза вот здесь не хватает. Ладно. Выбираем, как обычно, change. Да, месяцок где-то не было видосов, поэтому... Но я и сам как-то забыл. Я же занят, ребята. Я же занят сборкой Т-35-го. И сейчас, в данный момент, я его собираю, поэтому видео выпускаю, чтобы, так сказать, подписчики, ну, не скучали. И все, а так просто, и так уже выдержал паузу в неделю. И недели роликов не было вообще. Думаю, блин, так BMG давно не было. Вроде как-то это... Да и просто надо немножко отдохнуть от этого клея, от этого... От этих всех этих... пластика этого всего там, а? Я почти все собрал, осталось только вот гусеницы покрасить и соединить башни, потому что там дырки какие-то узкие, вообще непонятно. Так, Ain off spawn new. Вот камазик будет мучить. Где это говно трехколесное? Это что ли биском ковет? Нет, это не то. И, блядь, и название хуй поймешь, ребята. Тире... Может это? Блядь, я думал, удалил свою поебень эту. Сука. Надо удалить, запомнить. Тире стакс. Это, короче, блядь. Короче, зимний комплект зимней летней резины, нахуй. Это? Ну? Чё виснешь? Блядь, чё за... Это чё это, блядь, фургон какой-то ебучий, это, блядь, не та фигня. Блин, хотя тоже прикольно будет, ладно. Сейчас пока наебашу этому фургон за то, что он меня выводит, блядь, из себя. А потом, блядь, а потом я возьму... Черсинг или фри? Черсинг, да, о, ебать. А, и чё так лагаешь, сука, не лагай, блядь. Сука, вообще не обновляет ничего... Нихуя, блин. Ну что? Конечно, прыжков сегодня не будет. Здесь такой вот, здесь же такой трек. Полукруглый. Бля, это чё это, блядь? Ай, нахуй, вывороти с вами запутался. Тебе пизды, что ли, дать? На, нахуй. Бля, да у него двигатель-то с подушек слетел. Во! У, я застрял в нём. И... Чё-то не очень хорошо получается. Бред какой-то, сука, блядь, надо... Давай! Сука, руля по-прежнему нету. И я не знаю, наверное, версии 0.50 у них, наверное, может, руль появится. Поэтому приходится на клавиатуре. Последний раз я играл на клавиатуре в мультиплеер Евротрак, потому что, ну, впадло было мне ставить что-то руль. А так мне подписчик подарил... игру в стиме, и хопа, ну ёпта, а чё не сыграть-то, сыграл так, ну, бля, долго мучился, конечно, установка, по мультиплееру тоже, конечно, будет видос, я записал, ну, там без руля и комментарий не в реальном времени, да, шлюха ты, блядь, о, кстати, там, кстати, в кабине я вижу в КамАЗе какая-то девушка, картинка, но обычно не двери там лепит, и все. Ах ты, КамАЗ, ты чё, вообще, что ли? Говно ебаное, ресет, релоуд или ресет? Я забыл нахер. Ресет, угадал. Ну что, бля? Блядь, тупой, сука, и, блядь. Куда ты задом-то за... Я точно, блядь, или фри, нет? Черсинг, я помню, черсинг. А, ты что, сука, разгон берешь? Ебать, а я тут танцую уже. Пиздец, это разве в реальности такая есть подвеска? Какая-то, блядь... Может, там землетрясение, что ли? Я не знаю, ребята. Но полный сейчас неадекват происходит. Знаете? Опа. Вошел, блядь. Все.
И все, ребята. Ну что там? Бля, пиздец. Модов вообще толковых особо не выходит. Какая-то хуйня, блядь, выходит, которые школьники на уроках информатики делают, блядь. Там вообще полный, блядь, порожняк и багы. Забагованные, блядь, за... Чё ещё они... Ну, без текстур половина, блядь, без колес, без вообще... Вон, даже сейчас тут текстура, вон, упала. Чё ещё там... И на всяких платниках вообще, которые там... Ебать, рекламы столько, что и не успеваешь вырезать. Ну ты, долбанный КамАЗ-то, а? Тебе что, бля, приглашение надо? На тебе, сука, блядь. Давайте выберем другой. Может, все-таки я найду. Я не помню, как он называется. Ни Volkswagen, ни это. Не, ну классику си. Тире. Дживета. Может, это Дживета, блядь. Бля, ну это стоковая тачка, ребята. Бля, я неужели я ее удалил? Не должно быть, я... Не. Брункил... Бляха-муха, это красиво, конечно, но я хочу трехколесное то уебище, которое, блядь, в Мистер Бин играло. Он всегда охуевал при виде, всегда видел, смотрел, там он где-то появлялся, там это... И он такой при себя, ёб твою мать, чё за говно летаю ездить такое? Это что ли, бля? Чё-то по... Нет. Блядь, сука, труповоз ебучий. Я думал, я его удалил, блядь, значит, я что-то другое удалил. Сука, мразь, блядь, ебаная. Бесит. Блядь, такое говно зарисовал, блядь, недоделанное. Я еще его ждал на платнике минут 10, чтоб мне ссылку дали, ебать. Ну, потому что я скачал, там они же не дают сразу все подряд скачивать. Бля, бля. Что ж, непонятное название, может, не, но это газ. Гаврил, Гранд Маршал. Бля, а чё искусственный интеллект, ты замер, сука, ты будешь это ездить-то? Проститутка, блядь, старая. Где ты там, пидор лагерный, блядь? Ну да, хоть так, бля, ну где трёхко... Ёб твою мать, ну посмотри, ну ж... Разве... Блядь, я не знаю, как... Металл трясется, как хуй знает что, блядь, как... У Снегурки, блядь, на детском утреннике, блядь. И хуе просто... Конченый, и он сразу залипает просто. Нет, посмотрите, блядь. Это металл уже такое делает, блядь, да нет, конечно, это, блядь... Поебень, конечно. И он, получается, запутывается в своих колесах. И все, пиздец получается. Блин, ну сука, вот это вот стоковая машина, которая идет вместе с этой игрой, там в Steam, там все. Вот реально, посмотрите, блядь, сколько полигонов, блядь, сколько. Никаких глюков, ничего, все отрисовано там, пизда. Пиздецки хорошо. Ну что, давай, сейчас я тебе. Ты, сука, блядь, это мразота, что ли, по кругу ездит? Я не знаю, что им нравится по кругу ходить, блядь. Конченые, бля, нет, что-то с этой картой вообще не разгонно, и мозги у них, блядь, оплавились у этого интеллекта. Колеса у них сами по себе танцуют. Бля, ну, сука, красиво же. Ладно, сейчас будет тогда классику устрою. Классическую карту. Там-то точно глюков нет, потому что ее отладили, блядь, да нельзя. Короче, пацаны, нашел я эту поебота, она называется EB-шлю Пигеон, блядь. Короче, залупа, блядь, какая-то. Ну что, и, кстати, вообще эта карта совершенно не лагает, просто, блин. Сука, чё тебе баги не отловят? Чё вообще дальше эта игра не развивается? Я не знаю, блин. Школа мода то какие-то там лепит, ну ладно. Где это, сука, АИ ебучий, сука, только... Окей, только, сука, АИ не тупи, бля, а то кастрирован, нахуй, бля. Вау, ну не так же так. Дай фору, блин, надо было самому, конечно, съебнуть. Ну чё, бля, кто сильнее, да, иди ты, бля, у него колеса же, блядь, это говно надо убрать. Придется задействовать мышку. Оп,
Ох ты, бляха-муха. Вот это он уже такой резкий старт взял. Блин, я даже где-то на картинках так и ДТП видел. Блин, да посмотрите, он сейчас просто сомнет их. Как, блин, этот Шреддер. Такое устройство есть, которое все уничтожает, блядь. Полоску, которая бумагу рубит и все там прочее. Ебать. Ох. Сколько дыма-то и частиц. Частиц, кстати, столько, как, блин, это. В GTA Vice City, я помню. Чтобы изобразить все эти повреждения. Ой, все, застрял в жопе, блядь, колесом. Давай, ресетушка, давай. Вперед, 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 вперед. Съебаем от него, пацаны. Давай, давай. Епт, епт, блядь, неуправляемое говно. В мистере Бине он тоже был вообще неуправляемый. Я вообще хуй знает, кто это придумал. Но тут я смотрю, мне придают ускорение немного. Давай, давай. Епт, что у него дым-то идет, блядь? Это что, я вроде не обновлял. Еб твою мать, сам же. Ох ты, ебляха-муха. Вау, ох, потащил, сучонок. Охуенно, блядь. КамАЗы всегда вот как-то напрыгивают сверху. Сколько вот это смотрел. ДТП, то есть они как-то не знают, что-то особенность конструкции. Ну все, бля, как там у нас. Ну, бля, как обычно. С колесом в салоне, бля. Еще колесо. Давай, дави, дави эту. Давай, давай, давай. О! О, ща раздавит. Ну что, еще выбраться смогу. Блин, кстати, литье какое-то стоковое на Джигули напоминает. Вот, бля, пизда-то вообще, бля, что-то им нравится. Давайте еще раз ресет. Сука, только я тебя в другую сторону поведу. Нет, нет, куда? Сволочь. АИ, АИ хитрый, АИ, мне кажется, АИ самообучаем. Он как-то это, блядь, че. Сука, я опять за... Ай, ебать, блядь. Ай, я... Приколись ты, блядь. Блядь, задница смял. А теперь в стену. Сам, не, сам в стену. Сука, а он садист, оказывается. А и я говорю, самообучаем, он как-то вот пару раз прокатится, а потом это применяет иную тактику. Тактику, блядь, казни. И садомаза. Да-да-да, сейчас. Блин, может тоже. Надо. Ох. Только сейчас он, конечно, не справится с управлением и разломает всю свою подвеску. И я. И у меня уже, блядь, это ебучее колесо. Бля, ну посмотрите, ну. Ёб твою мать. Как такую хуйню можно было придумать? Это ж пиздец, ребят. Это ж полный пиздец. Бля. Ну все, завалились. Ну это же ебать. Говно ебаное. Просто это реально существующий, блядь, транспорт. Ебать. Чё там, а, это... Ой-ой-ой-ой. Я просто хотел сказать, что это вот классический голливудский такой. Голливудский такой, блядь! Еба, оху. Голливудский такой, это... Ну, типа, это козёл называется. Ну, как же назвать, блин? Короче, когда машину перевернуть хотят, это, блин... Трамплинчик, во. Голливудский, ебать. Трамплинчик. Эй-эй, да-да, и ты чё? Видите, разная тактика у него. Он сам... мне хочется верить. Я хочу верить, что он самообучаем, а не просто... Ебать. Нет, всё-таки нихуя не самообучаем, блядь. Ну всё, ну, как говорится, мёртвого льва может пнуть и осёл. На тебе, блядь. Колёса у него, блядь, в своей жизни живут. Ух, да дай, дай удрать-то хотя бы, чё ты мнёшь уже, сволочь. Сволочь, бля, не стыдно? Куда ты несёшь? А, это я... О, нифига, он как мне ускорение-то придал.
и все, согнул-то сраное третье колесо, и у него появляется инверсия движения. Ебать. Ух ты, бля, и понес, да, блин. Наконец-то. Я хотел сказать, что наконец-то в играх двери стали это физическими такими, что физическими объектами. Но тут я смотрю, тоже особо такого нет, все проваливается в текстурах. Он только что отъебенил мне зеркальце единственное, сейчас хочет подобно, блядь, паровозу. Я, кстати, допер, почему там в списке транспортов существует всякая поебень, типа, блядь, шин, типа, блядь, трамплинов всяких, которые все это удалил. Это типа, чтоб искусственный интеллект налетал на них, разъебывал, там, не знаю. Ну, мне кажется, он мимо пролетит. В общем, много возможностей, конечно. Ох, я неожиданно, пиздец, подкрался незаметно. Ну, конечно, все нужно отлаживать, блин, и развивать игру. Она же, блядь, шутка ли, ребят? Она же бабла стоит в Стиме, там, не знаю. Или на сайте их каком-то. Модель, кстати, приработана, но вот, блядь, ебать, это запаска, что ли? Я раньше не замечал. Ну это ебаная запаска, вообще охуеть просто. Чтобы достать запаску, надо подомкратить. Залупню. Бля. Да сука ты, уйди, противный. Давайте что-нибудь ему отомстим. Вот у меня УАЗик. И ресетик. Ну что, ебать, какой грозный УАЗ, что-то времен афганской войны или позже. Ты куда въебался-то, еб твой рот? А, я, кстати, немножко допираю до ресета, смотрите. Я обновил транспорт здесь, и здесь я остался. АИ едет куда-то нахуй вообще. Бля, я что-то легонько врезался, смотрите, погнул лонжерон, блядь. И все, и пиздец какой-то, ребята. Что-то УАЗик как-то, не знаю. Какие-то текстуры непонятные. Походу, он тоже заднеприводный. Ебать, ты чё об стену-то убиваешься? Сволочь. Иди сюда, бля. Тебе нравится долбиться об этот куб? Бля, ребята, тут пахнет перезагрузкой. Ну, к сожалению, когда происходит перезагрузка, АИ отключается. Это пиздец, как меня бесит, сука. Очень бесит. Придется. Эй, а где твой задний ход-то, УАЗик ебаный? А задний ход-то у него нету, пацаны. Ну что ж, ребята, теперь охотником побуду я. Потому что КамАЗик выбрал. Зеленых захотел цвет поменять, но получилось. Ебать, полный пиздец какой-то, блядь, бред какого-то торчка, блин. Я хуею просто. Зачем же тогда давать выбор цветов, если, блядь, текстур не завезли? Ну ладно. Сейчас я включаю АИ, и он поедет прямо за мной, а точнее, поедет навстречу, блядь, своей, сука, неуправляемой-то он пиздец. Блядь, забыл это. Их, еб твою мать, забыл, ребята, про замедление-то, ебаный карась. Кстати, как-то КамАЗ-то он. Бля, вообще, чё за говно, а не текстуры, сука. Блядь. Бля, кашель Жигуль в мясо, ну, так, к сожалению, всегда бывает. Смотри, даже корпус там всё, ебать, пиздец. Сука, забыл, я просто одной рукой играю. Забыл, ребята, я. Ах, я. Вот он, ёбаный, реал-тайм, блядь. Эй, ты откуда, блядь, взялся? Ха-ха. Ты что вздумал-то, а? Смотрите. Опа. Ну и кто теперь сильнее? Сейчас я тебя потащу нахер.
Давай, давай. Ну, эта семера, она такая, прокачанная. У нее вон расширительный бачок с другой стороны. И эти, и спарга, блядь, сиденье. Ну что? Давай, давай, я тебя сейчас забодаю нахер, блядь. Где там стена-то? Вон там она. Сейчас, смотрите. Просто приходит всю камеру, это ебучий... Ой, ебать, колеса танцуют, блядь. Да, блядь, где стена-то, а? Сволочь, иди сюда. Давай, давай, давай. Сопротивляется, сволочь. И у меня уже там вообще... Ебт. Пиздец, ну не КамАЗ, а говно собачье просто, ебать. Что за, блядь... Все живет своей жизнью, блядь. Пиздец, и цвета, ебать, блядь. Я хуею с этих модов, пацаны. Так нельзя, блядь, просто. Так нельзя делать моды. Делайте охуенно, блядь. Что, блядь, вообще. Блядь, где там это? Ой. Хоть на стол успел нажать. Ох, сука, красиво. Воу, да что-то отлетает, вроде, или просто поднялось, блядь. Хуй его знает. Или поднялось, или отлетает. Оп. Сколько пыли-то, а? Бля, ну Жигуль всегда как-то одинаково мнется, вот. Одинаково хуёво. И все, и пизда рулю, короче, пацаны. Да, я так понял, цвета лучше не менять на другие, именно, или тогда пиздец какой-то получается. Что я могу, смогу еще расплющить эту сволочь, или нет? Это искусственный интеллект. Он думал, что охотник это он, но охотник это я теперь. Давай. Блядь, ну опять это говно вылезает, да ёб твою мать! Бесит, сука, сука, блядь! Дайте ресет еще раз и немножко... Сейчас мы немножко в поддавки поиграем. Так, я поеду туда, чтоб поближе к стеночке, когда это хуйло туда подъедет. Я как разверну... Бля, сейчас колеса нахуй выскочат. Так, где это? Где он тут? Выходи, сволочь. Эй, АИ ебучий, ты где? Бля, у меня же опять колеса выскочили из пазов. Ну, где сигнал-то? Бля, тупой АИ, сука. Он небось въебался там и это. Ну все, ты сука, загребешь сейчас. Иди сюда. Что я вижу? Я вижу, он съебывает от меня, ребята. Блять, какой там клавиша-то, еб твою мать, сука, еб. Нихуй, нормально так. Заворотило. А ему нихуя, перевертыш и сзади там обратно приделать. Ой, у меня что, шина лопнула? Да вроде тут... Бля... Прикольное дерьмо. Так, еще раз. На контр, по-моему, блять. Нет. Альт, да. Иди сюда, камера вообще вот. Пятая, да, центровка. Иди сюда, сволочь. Бля, надо немножко подровнять курс. Да хуй там был, блядь. Тормози. Опа. Ты не тормози, бля. Ох, ебать. Да. Эй, АИ, ты чё, ёбнулся, что ли? Чё ты вообще? Фарш вообще. Ну да, так бывало, в мосты врезается. А, сволочь, а? Ща эти дамы обхитрил меня, короче. Давай, вперед.
Да центруйся вперед, нахуя эта камера ебучая? Я нажал сотню я нажал, ну блять, это я уже видел, давай-ка. Сейчас я тебя на стеночку потащу. Да, все, я еще нормальный. Удар вроде это на ходовую не пришелся. Сейчас ему пиздец достанет, пацаны. Бля, ну тут не стеночка, тут, блин, трамплинчик, но я могу сейчас напрыгнуть сверху. Блять, опять колеса. Да что за бред-то нахуй? Говно какое-то, блин. Так не бывает в жизни. Там, по-моему, стеночка. Или там просто линия горизонта, блядь. Похуй, у меня еще. Эй, где стена-то там, а? Ёб твою мать, я. Это горизонт, что ли, блядь? Как в Майнкрафте, что ли, там это? Ничего дальше не видно, можешь строить сколько угодно, блин. Блин, нет, стена, вижу стену. Все, давай, блядь, курс, блядь, другую сторону, вообще только влево круй. Вон там вижу угол. Давай, сейчас тебе, блядь, подробным углом же. Вот. Давай, блядь. Вот так вот, блядь. Аж подскочил. А теперь надо-то отлипнуть от него и дать ему еще раз пизды. О, у меня колеса на место встали. Ну я говорю, кувалды поработать, блядь, и все встанет на место. Но металл таких ударов обычно вот спаивается. Или хуй его знает, короче. Ресет? А где АИ? Я нажал ресет. Ну а и, мне кажется, остался там. Я сейчас приду за ним и дам ему пизды. Ах, вот ты где, сука. Я его искал в том углу, а он, оказывается, где-то здесь притаился. Блять. И у меня на ровном месте все колеса нахуй запутались. Блять, меня это злит уже. Так, значит, он там стоит. Ну, блять, чё опять? Да чё опять-то, а? Что за дерьмо, блять? Почему не соблюдены никакие пропорции, ничего, блять? КамАЗы не упускают такими, блять, хуёвыми. Смотрите, вот выворот я делаю, и смотрите, уже ломается нахуй на ровном месте. Это, блять, только вас может стоя на ровном месте сломаться, блять. Пиздец, блядь, да посмотрите. Я делаю направо и не могу я, вот. Чё за пиздец, вот, только вот выворот, блядь, залип, блядь, как, не знаю, как яйца, блядь, поутру нахер. Пиздец. Давай, сейчас найду тебя, сука. Ща найду, блядь, надо ровно дистанцию подставить. Ага, там еще можно. Там скошенная дорожка, я вижу. Как бы его. Ну, надо подумать, там геометрию, физику всю проработать. Давай, сейчас. Бля, мне лучше сбоку ударить. Сбоку. Бля, что за номер уебанский, блядь? Вообще уже что ли? Совсем не знает. И регион какой-то странный. Явно не Москва. Так, сейчас сбоку и прям в стенку. Вот сейчас будет, сука, блядь. Чё за выворот? Ёбаный нахуй, блядь. Давай. Держу, сволочь. Бля, уводит. Сход развала нету. Эй, дай, блядь, неровно. Ой, капот сразу открылся. И об стену сам, бля. Вот так вот. Ладно. Думаю, нормально, в принципе. Блин, надо, конечно, модов поискать. Что-то и карт. Ну, не знаю, блин. Всего так мало или хуёвого качества всё-таки. Буду ждать, надеяться. Смотрите предыдущие видео. Там, блин, полеты, погони. А здесь... КамАЗ догоняет, огребает.
и пиздит всех. Вот так вот. Еще раз благодарю всех за внимание. Всем удачи. Всем пока.